весело. Lena e cocoană mare și uneori ne este rene chiar să facem și dragoste. De ce? Chiar acum ne explică Dima. Оказывается, некоторым людям лень заниматься сексом. Непонятно, что с этим делать. Возможно, ты находишься в состоянии депрессии, и тебе нужно обратиться к врачу. Возможно, твои глобальные цели и желания не реализуются, и то, чего ты хочешь, игнорируется. Отсюда очень часто появляется лень. То есть, видимо, не разговаривать с партнершей о том, так и правильно, не разговаривать, надо заниматься любовью. Ну, между, в перерывах между занятиями и любовью нужно поговорить, обсудить, кто что хочет. А то вдруг она вообще с другим человеком хочет. Так, также лень проявляется в результате каких-либо психотравм, которые сначала мешали тебе работать, потом заниматься отношениями, и в конце концов дело дошло и до отказа от секса. С ленью нужно разбираться, она может быть следствием твоей тотальной неудовлетворенности. Что же делать? Первое, займись спортом. Второе, больше спи. И третье, проводи больше времени на свежем воздухе. Я бы еще добавил воду с лимоном четвертым. Вот пятое, смотри, можно убежать к любовнице. Такую закономерность. Вот она, вы не разговариваете в паре, она мечтает заниматься любовью с кем-то другим, а там тебе не говорит. Впоследствии появляется у человека депрессия. Он не хочет ни работать, ни заниматься собой, ни заниматься любовью. Слушай, как все быстро ты все это решила? А я не знаю, просто... Психолог наш. На самом деле, я считаю, что обязательно надо, во-первых, жить и создавать пары с теми людьми, которых любишь, а во-вторых, общение. С людьми, это причем несколько их было, да. А самое... Но если человек любви обилен, ну что тут поделаешь. Да, тем более любовь долготерпит, она милостива и так далее. А самый большой вопрос, самый мучительный вопрос для женщин, знаешь, как то, который они себе задают. Дескать, почему на самом деле для мужчин после часа знакомства секс это нормально, то есть в порядке вещей, а свадьба через год, встречание, это что-то из ряда вон выходящего. Не слышала бы об этом? Нет, мне как-то очень быстро делали предложение, поэтому я не задумывалась. А, тебе быстро делали? Да. Ну и где они сейчас все? Ну, мы даже знаем, как называется помещение под названием Ломба. Мы о любви сейчас, не надо. Happy New Year.